Приветствую вас на канале Red Cat. Сегодня я продолжаю строить свою карту. В этом видео вы увидите мои улучшения, увидите храм, который я обновил. Ну и также расскажу разные грустные истории, которые были связаны с моим строительством. Так, ну что ж, начать я решил с освещения. Мне все-таки кажется, что в карте его недостаточно, и когда ночью режим запускается, то она довольно-таки темная. Кроме того, я решил поубирать все-таки эти точечные светильники, оставить только на монастыре-храме, так сказать, потому что, ну, мне кажется, они немножко портят вид. Также, ребята, обязательно подпишитесь на мой Red Cat YouTube и Instagram, если вы этого еще не сделали. Ну, а я продолжаю улучшать и освещать, так сказать, свою карту. Ночью я посмотрел, что недостаточно много света, поэтому сейчас расставлю фонарики, поубираю вот эти вот точечные светильнички, оставлю их только, как я уже сказал, около храма. Так, ну что, продолжим. Я решил, что вот эти вот столбики довольно-таки выглядят симпатично, и они соответствуют стилистике, которая у меня есть в этой игре. Так, так, аккуратненько. Что я вам хочу сказать? Я уже, в принципе, заканчиваю карту. Я уже доделал самую сложную работу. Это храм, конечно, это эти здания, которых довольно-таки много. И скоро начну уже... На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Так, ну что, заканчиваю. И, кстати, надо будет еще расставить освещение непосредственно, наверное, в домиках. Ой, смотрите, сколько тут этих. Надо все это поубирать. Моя, в принципе, идея, чтобы это вообще выглядел какой-то древний Рим, чуть ли не что-то вот такого плана, но я думаю, что все-таки так не получится. Поэтому сделаем такую смесь старого Египта и какие-то элементы все-таки современности тоже оставим. Ну что ж, ребят, смотрите, любуйтесь, это храм, который наконец-то мне удалось закончить. Вот так вот выглядит центральный выход. Эти тут колонны, я все поукрашал. И часто, ребята, кстати, сохраняйтесь. Это небольшой лайфхак, подсказка вам, потому что если вы этого не сделаете, то может быть дисконнект, все что угодно, и вас просто выкинет из игры, и вы ничего не сохраните. Я на работе решил достроить храм, я его круто сделал, все достроил, все было замечательно. Я сделал скриншот, и потом что-то у меня была какая-то работа, я отвлекся, захожу, и получается, что Roblox мне написал, что через 20 минут меня просто дисконнектило. Я был просто в шоке. Ну как так? Около часа или двух работы, и все пропало. Просто из-за того, что я не нажал кнопочку «Сохранить», а решил позаниматься своими вопросами, потом решил выложить эту фоточку в Инстаграме. Так что в Инстаграме есть уникальное фото храма, который был еще в версии, так сказать, 1.0. Для чего я ставлю, кстати, вот эти вот деревянные блоки? Дело в том, что в жарких странах это создает определенную тень, и людям не так жарко, поэтому я думаю, что это must have. О, кстати, у меня есть пришла еще одна идея, вот это соединить. Так, ну давайте вот это соединим. Сейчас мне интересно будет еще посмотреть, как это будет выглядеть с высоты, так сказать. Симпатичненько. Хе-хе. Так, ладно. Прикольно. Мне нравится. Улучшение за улучшением. Видите, как я часто сохраняюсь? Вам тоже, ребята, это советую. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Ну что ж, ребята, давайте проверять, что я тут настроил. Так, ну что, света тут достаточно. Ой, а вот здесь вот темновато. Угу. Так, стройка, в принципе, не должна сильно подсвечиваться. Здесь все хорошо. Здесь немножко темновато, но, в принципе, нормально. Так, храм подсвечивается тоже неплохо. Здесь света хватает. Здесь тоже хорошо достаточно. Единственное, чтобы я, наверное, еще окна бы добавил. Окна какие-то очень темные. Давайте все-таки это тоже сделаю. И потом можно будет еще подобавлять точечно. Вот здесь вот я хотел поставить столбик. Так, и вот здесь вот.
Также надо еще добавить в домиках свет, потому что там тоже довольно-таки темновато. Симпатично. Или в угол поставить. Кстати, по-моему, было красивее. Ну ладно, уже не буду переделывать, наверное. Пусть так и будет. Так. Ну что я вам хочу сказать, ребят, когда я закончу эту карту, пройти ее будет довольно-таки сложно. Я так подозреваю, что прохождение займет минут так, если один, конечно же, если один, минут так минимум, ну, по 20, наверное, может, нет, ну, за 15, мне что-то кажется, даже зная все ключи, где находятся, я все равно не успею. Сейчас я вот выставлю такую подсветочку сверху, снизу, посмотрю, что и как, не будет ли отвлекать. Точечная подсветка — это очень круто, со стороны будет выглядеть довольно-таки симпатично, но она все-таки немножко упрощает мой храм, он становится более современный, чем мне бы этого хотелось. Я бы все-таки хотел бы, чтобы он остался таким древним, нетронутым, но, к сожалению, пока нет других, скажем так, возможностей как-то подсветить карту. Ну, я где-то, вы видите, да, желтеньким подсвечиваю. Вот так даже, мне кажется, лучше. Ну что ж, храм, мне кажется, очень суперово выглядит. Очень достойно, все эти колонны, все красиво. Так, и теперь осталось расставить освещение по домикам. Я, конечно же, не буду вам 100% все показывать. Будет еще у меня финальная, скажем так, презентация, я все поперепрячу, перекладываю, потому что сейчас ключи в одном лежат месте, но когда выйдет уже финальная карта, там будет все более продумано и, соответственно, будет все отличаться от того, что вы сейчас видите. Так что можете пока не запоминать, где что находится. Я думаю, что приглашу кого-то из ютуберов, пусть они попробуют пройти мою карту, мне будет очень интересно посмотреть, смогут ли они вообще ее даже пройти. Не то чтобы там пройти быстро, потому что, на мой взгляд, она будет довольно-таки сложная. По крайней мере, если вы не будете использовать никаких багов, то пройти ее будет довольно-таки долго. Окей, так, поставили. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Ну что ж, ребята, заканчиваю уже с освещением, ну а также кое-что я начну строить прямо сегодня. Вы увидите фрагменты и можете попробовать угадать, что я буду строить. Мне интересно будет ваше мнение. Сейчас я вот буквально тут еще пораставляю светильнички и через пару минут покажу вам, что я еще придумал построить. И да, есть еще площадь, которая рядом с храмом. Я до сих пор не решил, что же там будет. Мне почему-то хочется, чтобы там был такой именно базар, знаете, где, я не знаю, обычные люди что-то продают. Почему-то мне напрашивается именно это. Но я пока не придумал, как это сделать лучше, ну и стоит ли что-то подобное делать. Возможно, у вас будет какая-то более интересная креативная идея. Да, думал, что может еще фонтанчик там поставить, может какой-то бассейн вырыть, может там статую какую-то поставить. Но пока что-то у меня вот первое, что я хочу сделать, ну и так сказать, в этом списке, это базар. Попробовать что-то типа этого сделать. Так, ну что, тут довольно-таки зажиточный у меня дом, двухэтажный, так что здесь кто-то живет влиятельный, скажем так, из этого городишки. Видите, некоторые элементы я ставлю, но они не совсем подходят по древности, так сказать, они более похожи на какие-то современные штуковины, из-за чего я их не хочу ставить. Ну ладно. Так, у меня все-таки микс, шкафчик оставлю. Ну и вот такую вот коробочку поставил. Так, стульчик. Нет, наверное, вниз его поставлю. Вот так вот. Я продумаю, как лучше раскидать ключи, что зачем, чтобы открывалось, как это будет. В любом случае, это будет непросто. Так, ну что, закончили? Давайте все. Вроде неплохо. Я вам не буду показывать, как это сейчас выглядит, чтобы оставить это, скажем так, на ближе к релизу моей карты. Ну а сейчас вы видите, что я начал строить какое-то непонятное подземелье. Вниз довольно-таки неудобно строить, но я думал, будет хуже. В принципе, нормально. Напишите в комментариях, что вы считаете, я буду строить.
Интересно ваше мнение. Ну и, конечно же, в следующем выпуске, наверное, вы увидите правильный ответ. Может, через один, не знаю, как закончу. В общем, ребята, это пока все, что я вам хотел рассказать о своей карте. И ждите продолжения. Всем пока!